А? Из банки, говорю, разговаривайте. Блять! Кстати, босс, смотри, ну я себе мотоцикл купил. Вот такой. Вау, расскажешь о нем? Ну смотри, тут, короче, 4 мотора, 300 тысяч лошадиных сил. О, и вообще колеса. Он стоит миллиард таров. А зачем вот эти задние реально детские колесики, чтобы, ну, по бокам, как у велосипеда? Ну, чтобы равновесие не терять, чтобы когда я ездил, я не падал. А ты не умеешь ездить на мотоцикле? Ну, вот с такими колесиками умею. А покажи, как ты ездишь. Ну, сейчас для этого нужно же музычку. Ну, чё за кипиш, бля? Сейчас я тут радио настрою, подожди. Эй, what's up, bro? What's good, братик? Hello. Это не просто член, то, что в жопе моей 15 сантиметров плавно входит. Прошу, еби сион, если реальный гей. Сперма-то хочет вырваться на волю. Ебу всем разнобой, тут офис моей губы. Во, как-то так, вот так. Вообще, братанчик, погнали? А чё случилось-то? Так сказать, нам нужно отправиться в Рисму, нам с тобой. Ну, поехали. А там будут деньги? А, вероятно, посмотрим. Николас, я уже планирую скоро открывать казино. Нам нужен капитал, который будет первоначальный, чтобы потом, ну, в автоматы его загрузить. А мы сможем выделить капитал, я в этом уверен. Да? Да, да, только у меня другой вопрос. А как меня не хочет, так сказать, складик откатить Ганака? А, вот это, кстати, интересный вопрос. А то просто уже больше недели, так. Ну да. Так. Оп. Да, залезай на мотоцикл. Все, я готов ехать. Ты едешь? Блять, сейчас. Ты ключи забыл, что ли? А, все. Да, все нормально, нормально, поехали. Все, да, погнали, поехали, да. Да, не, ну да, поехали. Так, а вообще, мы зачем едем? Куда мы едем? Чё мы едем? Мы подожди. Едем в Рисмунд. Какой-то мусор. Не, подожди, надо найти и наказать. Пока я здесь оставлю. Все, поехали. Окей. Поехали. Ух ты. Калдыбек. Так, слушай, подожди, у меня есть идея. Ты можешь, короче, пойти станцевать возле того чела, прокинуть на отвлечение внимания? Давай, тут секунду, готов? Сейчас. Алло, да, здравствуйте. Ну, сейчас он сообразит, да, он поймет. Бля! Не получилось. Ну, видимо, придется поговорить. Ну, блядь. Здрасте! Здрасте, я вас всех приветствую, здрасте, алло, да. Вы ко здрасте. Мне, да, я вас вроде бы это, я вам там на пейджер звонил, да, алло, да, здравствуйте. Вы да, мне? Отведете к боссу. К боссу, отведете да. К боссу. Да, ну это к боссу отведу, ну, по сути, это, ну, я, это как бы я, ну, ладно, ну, не важно. Ну, пойдемте, давайте, что ли, расскажу, да. Я вам там, чё, как это, да? Что я вам должен, да? Ага. Чё? Ну, рассказывайте, как мы будем расширяться благодаря вам. Про ну, поставочки, смотрите. Про людей там. Ой, ну, смотрите, ну, пока что я скажу так, что вам нужно будет перейти... секунду, пожалуйста, не звонят. Да, алло, да, здравствуйте. Вам нужно будет, короче, ко мне прийти немножко позже, там нужно сесть за стол переговоров, знаете, все дела. Мистер Александр, у вас бэджик такой красивый. Итак, дорогие друзья, вернулся из, так сказать, стратосферы другой вселенной, так сказать, да? Господин проигрыватель, подойдите ко мне, вы мне нужны, господин проигрыватель. Здравствуйте, господин проигрыватель. Итак, слушайте. Вот этот вот господин, так сказать, достопримечательный, проведет вас до вахтерши, дальше вы там, я думаю, разберетесь. Объяснять, что почем сейчас опасно, опять же, люди вокруг, вы сами это видите. Господин, вот, ну как вас там, ну короче, идите, да, проводите господ. И господний. Я господня.
ходить? Видимо, да. Слушай, у меня кто-то дежавю. Алло, кажется. Я, конечно, дико извиняюсь. Я вообще-то здесь. Алло, здравствуйте, да. Здрасте. Сейчас, подождите. Сейчас табуреточку принесу. Алло, алло, да, здравствуйте. Почти ничего не изменилось. А я так понимаю, вы на переговоры пришли, да? Николас. Ну, типа. Ну, я тогда вас проведу, но перед этим инструктажик небольшой. А вы где? Я вас не вижу. Я здесь, вот я. Где? Глаза разуйте, пожалуйста. Вот ваш ключик, у вас 52-й номер. Вы пока в отеле переночуйте, я вам сейчас открою. Но перед этим небольшое наставление дам. Идите сюда, обалдуи. Так. Ну, короче, смотрите. У нас тут вообще отель странный. У нас тут анимешники бродят, лампочки сгорают. Фури короче, есть? Короче, небольшой... На фури есть? Неважно. Короче, значит, если увидите, что свет моргает, то вы лучше в шкаф залезьте. Вдруг еще, ну... Лопнет лампочка, вы нас кровью зальете, засудите. А может, пошел ты вообще? Так, ну это не важно. Так, если слышите звуки всякие, то, ну, как бы вы не обращайте на них внимания, тут у нас бывает. Ну вообще тут тишина и благодать в основном. Ну ладно, мы пойдем. Да что там? Да, ну главное, короче, в основном. Ну ладно, мы пойдем. Да что там? Да, ну главное, короче, смотрите. Не смотрите в глаза, кому? И все будет нормально. А вы сами все поймете. Вперед! А нам в 52-ю? Да. Пошел ты. Все, удачи. Что это за хуйня вообще? Я не знаю. Не, ну пойдем дальше. Есть что-то? О, золото. У меня тоже чуть-чуть есть. Не, ну слушай, что-то... Но хотелось бы ары. У меня есть один знакомый профессионал в вот данных разбирательствах. Да? Да. Картина. Неправда. Жестко. О, боже, как же Лизи. О, ары, сюда! Мне деньги! Мои! Ладно. Ой. Есть. Сейчас. Это какая-то загадка. Тут пенисы золотые. Отсосите, Рисмунд. А что надо сделать? Ну я золото пока только нахожу сейчас. Может... О, шерсть, желтая шерсть на это. Подожди. А, я понял! По цветам типа? А, на какой ветке находится? Еба, прикол. Так, ну вот сосите на желтый. Так, дальше смотри. Трерд и... Трерд на красный. Ну да, но что-то как-то можно было бы и побыстрее. Ары, деньги, ары! Где? Я еще хочу. Мое. Подожди. Свет моргает не к добру это. Ну ладно. Это... Письку пососу. Слушай, а тебе не интересно, что будет за вот этой вот дверью? О! Ари! Блядь! Сюда, боже, как же я додумался дойти до этой двери просто, ну. А как прятаться в шкаф? Вот так. А, все, понял. Ой. Блядь! Да тихо. Сам тихо. Походу все. Что это за хуйня? Думаешь, можно выходить? Я думаю, да. Ары! Где мои? А все.
Блять! Пойдем быстрее, мне не нравится это место. О! А десятый комнаты. Ключик. Ну пойдем. А, это как раз и десятая. Открывай. Ищи, ищи что-нибудь. А там вроде ничего нету. Ладно, пойдем. О, золото. Не, ну слушай, какой-то, я не знаю, какая-то странная хуйня. Где переговорная? Мне кажется, нас наебали. Ары. Блять. Смотри, вот сюда вот что-то. Тут, мне кажется, много чего может быть. Тотеми! О, тотеми, это кайф. О, 12-й. Слышь ты, блять! Мне деньги давай! Смотри наверху что-то. Глянь сюда. Что это? Ага. Какая-то фигня. Угу. Ну что-то пока что какая-то такая штука, непонятно. Алло! Алло, да. Николас! Что? Ну чем ты шкафы пооткрывал? Ой, блядь, ага, я нашел. Ага, ага, ага. Ух ты. Повесь ровно. О, ары. Я повесил ровно все. А. Так. Есть, есть, смотри. Или нет? Сейчас в камень не будет, сейчас в камень не будет. О-о-о-о-о. Сюда. О-о-о-о-о. Самое главное мне это ары. А сколько у тебя уже аров? 2! А у тебя? 11! Так. А ты не нашел ключ? Не, может быть на потолке где-то. Надо как-то открыть эту хуйню. Может это. Там звуки какие-то страшные за той дверью. У тебя есть идеи? Блять. Может, это какой-то рычаг действует? О! 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 Подожди! Что-то случилось! А ну! Ты слышишь? Да. Что-то работает. А, смотри, иди, глянь. А-а-а. Подожди, а может не иди, сейчас. Мне похуй. Там рычаг был? Нет. Блять. Угу. Ну вот так вот, да, ты ж мой. Бля. Да. Да ё-моё! Да что закрывает? Да. О, всё. Я себя оттроллил просто. А, да? Да. Тихо. Слышишь? Ты слышишь этот звук, это пыльный вокруг. Блять, а что делать-то нахуй? Ой-ой-ой. Подожди, я сказали не смотреть в глаза. Не смотри на него, не смотри.
Зачем стены? Что это? Зачем стены? Что это? Ты заходишь? Блять! Все, пойдем дальше в 20-ю, пойдем. Подожди, а ты все тут обокрал? Да, там золотишко только было. Я кушать хочу. Ари. Там что-то есть? Тут лабиринт. Иди направо, я вперед пойду. Ага. У меня план подставить Николаса, чтобы он умер, и я забрал с него его ары. Потому что это мои ары. Блин, друг, я рад, что мы с тобой такие дружные, что всегда поможем друг другу. Да. Такие дружные, что всегда поможем друг другу. Да. Это же самая тяжелая ситуация. Да. Горой друг за друга. О, это мы сразу скипнули. Встань на плиту. Хозяйка, ты что делаешь? Ну, быстрее. Это, а ты не хочешь устроить похороны для нашего петушка? Как? А? Как? Ну, либо на севере, либо на севере. А можно это не сейчас обсуждать? Ну, так когда буду что-то занять? Блять! Так, я стою, короче. Я стал. Иди что-то проверь. Так у меня есть от этой комнаты ключ. Ары. Фу, блять. Ары. Ой, мигает! Да похуй. Что там? Тихо, блядь. Идёшь? Угу. Хуйня была, вот тут была хуйня. Вот тут? Ой. И чё, и всё? Я не знаю, видимо, подождать надо. Ну сейчас. А. Ну сейчас. Ну давай, пока. Ну сейчас. Блять, Николас! Блять, вот он сгорел. Сейчас, смотрите, мне кажется. Не, сейчас. Блять, это возможно. Блять. Ты как это сделал? Как про? Стоп, в какую мы сейчас вошли? Не знаю. Нам следующая 28-я нужна. Слушай, не хочешь проверить, что там слева? А, знаешь, как говорят? Чур не ям.
О, ары 27 были. Блять, что? Там было целых 6 аров. Есть ключ? Да. Опа. Блять, закрой нам. Закрой нам. Походу не будет ничего. Ну ты проверь там, я пока тут пострелю. Походу не будет ничего. Я слышу какие-то звуки непонятные. Сказано, что свет как-то моргает не так. Где нахуй отсюда? Сам съебал себя. Блядь, съебал нахуй отсюда. Сюда, сюда, места двоих мало. Блядь, выйди нахуй, блядь. Выйди, выйди, блядь. Ладно, я не боюсь, мне не страшно. Так. Двадцать девять. Нам в тридцатую. Но для этого надо попасть в 31-ю. Это бред какой-то. Может, у тебя есть какая-нибудь, ну, штука, может, ты подобрал что-нибудь там, я не знаю. Нет, нету. Но оно мигает, то есть это, возможно, какой-то шифр. Ну, горят все. Блять, подожди. Им нужны деньги. Смотри. В смысле? Смотри. Или такие деньги. Да, 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 да! О, найс! Блять. Чё там, чё там? Ты тут? Да. Там, там опять этот... О! Ты подергал все? Да, я все подергал вроде. О! 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 Бать ты в рот! Ой, бля. Ой, бля. Да открой, открой! Ой, бля. Ты уверен, что надо открывать каждую? Я ары хочу найти. Какие-то глазики, но это пофиг. Так, подожди. Шо, обернись. Обернулся. Блять! Блять! Как выйти? Как выйти? Блять! Копай, копай, копай! Блять! Блять, да сделай ты нахуй! Сделай! Копай, копай! Thank you.
Николас! О, Аре! Ты где? Алло, сюда, сюда! Ну, блядь! Блядь! Заходи. Ты нас выдашь, блядь, тихо! Сам тихо. Я устал, я не могу бежать, блядь. У тебя есть кушать? Да. О! Это мне. Это моё, это мне. Я пукнул. Но это не от страха. О, у меня ары. Обкакался, обкакался. О, рычаг. Чё, не работает? Не знаю. Вот странно. Сюда, вот сюда. Угу, угу. Начать заново. Загорится 8 цветов, вы должны повторить их комбинацию. Ой, блядь. Блядь. Ну чё, начинаем? Угу, давай. Записываешь? Да, давай. Давай я первые 4, ты вторые 4. Давай, давай. Что-то происходит? Ну, вроде, да. Что-то происходит? Красный. О. Нажимай на красный. А, ты ду... Во-во-во. К, Ж, З, Ж. Я гений. З. С. К. Ты записываешь? Ты последние 4 записал? Я первый фильм. Я первые 4, блядь! А-а-а! Ну, зама. НЕЕТ! БЛЯДЬ! НЕЕТ! Жем. Сэм. Кэм. Жэм. Зэм. Кэм. Ой, блин. Жэм. Так, вот, диктуй мне. Вон. Зэм. Ага. Эс. Ага. Кам. Ага. Жэм. Ага, ага, ага. Зэм. Ага. Кам. Ага.
Же. Блять, ты нажал, сука! Ты нажал, блять! Нет, я не нажал. Ты нажал, блять, оно все да, сбросилось! Да. Да нет, я не нажимал, я в чат смотрел. Блять, а ты нажал, нахуй! Ты нажал! Блять, прочитайте таблички, блин. Загорится цвет, вы должны повторить их комбинацию. Внимание, не нажимать на лампы, пока одна из них светит. Блять! Так, теперь ты записывай, нахуй. Ладно. Все равно буду записывать, потому что это чмо сидит, блядь. Хрустикс, блядь, кушает. Записывай, не хрусти, записывай! Так они не горят. Же. 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 С. Ж. З. К. Так, диктуй. Ж. З. В Ж. Что? В. З. Опять? Да. С. Ж. З. И К. Все, есть. О! Кузя лакомки. Ой, ой, ой. У меня что-то непонятное. В смысле? У меня от 42 вопрос-вопрос. Значит, но там есть еще 42. Подожди. Ну нам очевидно не туда. Да. Вот, 42 просто. Но все-таки давай, 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 давай. Подожди, тихо, тихо, тихо. Какую удачу испытать? Я не знаю. Ну ладно, давай, 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 давай. Так, опять просто на него не смотри. Нет, надо изнутри ставить, изнутри. Бля! Нахуй ставь, ебаный. Ставь вот сюда вот. Ну, ставай. Я поставил. А. Ой, бля. Ой, бля. А ты не хочешь посмотреть, что там внизу? Не очень. Угу, еще захотел. Да закрой ты, блядь! Блядь! Так вот. Так. Есть вариант? Что-то аров давно не было. Аров давно не было. Да, потому что я их собирал.
Слушай, тут написано, ор мешает, тишина помогает. Бля, вот бы его захуярило сейчас. Ты дурак, блять. Руки. Ты дурак, бля. Стучаться не учили? А, он не может сюда, походу. Может. Нахуй мы сюда пришли, блядь. Нахуя, блядь. Короче, я дернул. Ты тут? Алло. Алло, Николас, блядь. Николас. Блядь! Я понял, нельзя разговаривать даже в этой хуйне. Ёбаный фак, блядь. Блядь, ебись ты в рот. Алло. Николас. Николас. Я дернул, смотри, блядь, быстрее отсюда. Я вот это дернул, наверное, оно. Вот. Видишь, я дернул эту лампу. А где выход? Блядь, съебуй, съебуй. Блядь, наверное, обратно. Так, блядь, сюда, нахуй, блядь. Нет. Нет, 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 нет. Алло. Николас. Блядь. Блядь. Блять! Иди нахуй! Иди. Ай, блядь. Николас, блядь! Я тут, я тут. Нет, не сработало, не открылось. Блять, не открылось. А, тут несколько их! Их несколько, блядь! Надо несколько штук! Блять! Еще, 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 еще. Блять, мне кажется, можно проспидранить. Ай! Я нажал! Алло, я нажал третью, если нет, чё. Молодец, беги. Всё, я, ну, их, если их три, то всё. Блядь, давай нахуй.
Николас, ёбаный фак, пойдём, я хочу уйти. Блядь! А мы на какой? А, кстати, да, нам же до 52. Блядь, быстрее, блядь, быстрее, блядь. Нет, не открылось, не открылось. Видимо, еще надо. Алло, сколько... Ёбать ты в рот, блядь! Сколько их должно быть? Я не знаю. Сейчас. Блядь, ну еще. А, ну значит их 5 где-то. Мы 5 подожгли где-то. Я 3 сделал. Плюс еще одна там, на входе. Смотри, еще лампочка. Нашел еще одну. Где? Ты дернул? Вот тут прячься. Вскрой ты нахуй, блядь. Тихо. Все, давай. Все, погнали. Блядь, съебано. Открыто? Блядь, нет! Может... Ну и блан, это другая дверь. Это кто говорит? Я не знаю, но это, видимо, напутствие. А! А какая другая дверь? Алло, а какая? Я нашел. Да я бегу, вот давай. Тут, смотри. Быстрее, нахуй. Подожди, может он сюда придет? Да я не думаю. Так, что ты думаешь, что за этой дверью? Какая-то неправда. Пустышка. Тоже пустышка. Подожди, нам надо... Я не понимаю. Надо подожди, вот, правду. вот, это правда. Глянь. Это правда. Глянь. Вот, сюда. Чё? О. Ага. Блядь, мы уже близко. А что такое-то у меня неплохое предчувствие в этой комнате. Чё, открывать? Сейчас, погоди, я пропылесосил. О, ары. Вот чуть-чуть золотишко. Ещё ары? Да, блядь, где? Почему я золото только нахожу, блядь? Тотем! Там какая-то, блядь, хуйня. Алло! Алло, да. Николас, да. Все, пойдем. Он слепой. Что мы должны найти?
Ты что-то нашел? Книжные полки, в книжных полках есть, книжных полки лутай. Понял, среди них надо найти книжные, новые. Блять, это оказывается тяжеловато. Нижняя. Все, я понял хотя бы прикол. Так у Николаса уже две есть, получается. Амалли. Я две книжки нашел. Так, может, две хватит? Блять, как ты позу стать? Ладно, не нужно. Я его наебал, блять. Ну три как минимум. Я вижу три полки как минимум, блядь. Я нашел еще. У меня последняя осталась. Что-то продиктовать. А, смотри.
1-5. Так, 1-5. Первый это 5. Давай, дальше. 2-7. Так, да, дальше. 3-3. Да, есть. 4-9. Да. 5-4. Есть уже. Проверь, 1-5, 2-7. А, блядь. Дальше, дальше. 3-3. Все, все. Угу. 1-5. Да. 2-7. Да. 3-3. Да. 4-9. Да. 5-4. Позже изи попущен. Есть? Ну да. Ключ. А. Гандон. Это им в этой группировке, к которой мы пришли. Ну типа, нет, тебе туда еще рано. Знакомый голос какой-то. Да, да, да. Так, ну, как сказать, я лишь твое воспоминание. А-а-а. И все, что ты видишь, это тоже, ну, этого нет, этого не существует. А я как тут тогда оказался? Ну ладно, я думаю, не важно. Пенис. Я пришел вам напомнить, чтобы ты не забывал прошлое и ценил каждую мысль, которая достается из своего прошлого. Ну а вообще... Своих братьев береги, шкуру люби, маму храни, врагов храни, супа стали, ковер отхрени, муха... Внезапная флешка. Ауф. Ну все, свободно. То есть это... Ради вот этого наставления... О, так а где 52-й номер? Эу! Алло, о, да, здравствуйте. О, да, здравствуйте. А вы где были? Да, так, чисто, чё, отдыхали в номере 52. Ну вы, челики-то, всё пропустили. Вы уже всё обговорили. Сейчас, секундочку. Николас. Я застрял. Ходит где-то, ходит. Алло, да, задавайте. Господин, вопрос. А вы точно какой-то лидер там крутой группировки, потому что, ну, как-то... Ну, это я, крутые. Это про меня. А, это вы? Да. Так а чему вы не в камине? Извините, а у вас не будет эндерчеста? А вот пойдемте прогуляйте, расскажите, что вы увидите. Нормально, да это нормально. Не, нормально. Ну, мы обсуждали другие штуки, которые это было нормально, да. А, ну ладно. Ну, короче, вы все пропустили. А где у вас вы так, были-то? Так, а эндерчест не дадите? А, так пойдемте, прогуляемся, может посмотрим, что найдем. Так, а мы пошли на ваш отель, ваш номер. Да, ваш отель, нас же номер. Заселил этот, как его у там? У меня нет отеля. Вы сказали, заселитесь в отель пока. Я ничего не говорил. Да, что ладно. Вы нам сказали?
Я говорил, типа, давайте сходим вот туда-туда. Я, кстати, еще не договорил, у меня есть еще маленькая речь. Уже, так сказать, по нон-РП-шному. А где вы мне эндерчест можете предложить? Может, вы не будете убегать? Спасибо, пойдемте, пока не заблудились. Я могу уже по нон-РП-шному? Потому что есть много чего всяких вещей обсудить. Эндер реально, чест, так сказать, важным. Вот туды, вон туды, чик-пум-па-пау, пур-пу-пум-пу-пум. Это господин Жокер-рэпер, можете вы немножечко выключить на стриме штуку? Нужно, так сказать, переболтать.